Какие вредные объекты препятствуют успешному возделыванию пропашных культур? Кукуруза очень чувствительна к сорнякам. Они среду обитания заполняют ее и не дают ей нормально расти, произрастать. Как работают гербициды компании «Сингента» на пропашных культурах? Гербицидная обработка была произведена более месяца назад. Сои себя чувствуют отлично. Фаза – конец цветения и начало формирования бобов. Почему выгодно применять гербициды компании «Сингента» на пропашных культурах? Где мы сработали «Листега Про», там на этом участке на 100 гектарах была урожайность 23 центнера. То есть прибавка, грубо говоря, 4 центнера мы получили. И нас это устроило. Как «Сингента» помогает своим клиентам? Ну, сотрудничество с компанией «Сингента». У нас постоянное сопровождение препаратов, какие-то вопросы, сопровождение во время обработок. Специалисты присутствуют, консультации, помощь. Представители ведущих хозяйств России расскажут в проекте «Калейдоскоп пропашных».